Франция – замечательное явление в истории человеческого происхождения. Неандертальцы – это, собственно, такое как бы альтернативное человечество. Люди, жившие в Европе и в Западной Азии, то есть на территории Ближнего Востока, ну, где-то до Средней Азии, до Алтая включительно, которые развивались сравнительно изолированно и независимо на протяжении буквально сотен тысяч лет, без каких-то особых связей с другими человечествами, которые в это же время в других местах существовали. Наши предки жили в Африке в это время, в Восточной Азии были какие-то свои там группы населения, а вот Европа и Западная Азия – это была территория неандертальцев. Неандертальцы появились из как бы своих предков Homo heidelbergensis, плавно и постепенно, и, собственно, могут считаться единственными такими суперкоренными европейцами. То есть они первые заселили, ну, предки неандертальцев первыми заселили Европу.